Здравствуйте, уважаемые зрители! Добро пожаловать в Новосибирск! Через несколько минут на всех хоккейных экранах страны главное дерби Сибири. Сибирь против авангарда. Выиграл, но вот передача в среднюю зону неточная. И вот момент! Хороший пас Петрова на Черникова. Но странно, что телепатическое взаимопонимание между этим форвардом сейчас не сработало уже в ответ. С предыдущим сезоном среднее игровое время у него выросло с 9 минут 52 секунд до 18-19. Да, то есть практически в два раза. К моменту полутора уже у тех и у других ворот мы с вами увидели. Широков и на скорости партнер Коршун! Вываливается 1-1 и салат! Вопрос на льду. У новосибирцев обошлось то столкновение с... Ух ты, Гимаев! Какой пас на Сальникова и Степан! Передачи не ждал, хотя, в общем, имеет такая передача право на жизнь. Снова Пережогин, здорово, широко переводит. Салат очень далеко выкатывается из ворот, но так и не добирается на шайбу. Зубов очень сложно, единоборство с Шумаковым, но, тем не менее, сумел сохранить шайбу. И отличной передачей нашел еще и Дениса Коршуна на скорости в средней зоне. Едва не обвел. Зонь закрепится и пошел отчет времени до выхода на лед. Пятого полевого бросок. Салат парирует. И едва там от собственного защитника шайба в ворота не запрыгнула. Снова пас на пятак. И хватает. Хватает авангарду времени, чтобы забросить эту шайбу в концовке первого периода. Это Сергей Широков. Радуются гости. Да? Дождемся официального объявление, потому что там, ну, как бы, все не так просто. И после этого последовало. Салак возвращает шлем. Уходили они без заброшенных шайб. 23-20. Разница заброшенных пропущенных тоже, ну, невелика. Но, тем не менее, Бобров запускал шайбу в дальний угол. Не попал. Позволили в створ ворот, шайба не попала. Возвращают по воздуху ее в зону. Это Верещагин сам пошел бороться за нее на лицевой борт. Выруливает на пятачок. Бросок. Фурт в игре. И добить Ридервалю не дают. Верещагин. Причем я бы отметил еще, что Сибирь очень быстро шайбу вернула. Как Колизей. Поднимутся на ноги и будут показывать большой палец. Опущенный вниз. Жафяров. Стеночка и вот такую же комбинацию по существу, по геометрии. Известны случаи, что и боксеры, на которых уже страшно смотреть, тем не менее, рвутся продолжать бой, потому что я в порядке, рэп. Рэп, все хорошо. Но все-таки вот что такое Сибирь. Мы можем, даже когда не получается ничего. И вот это для их соперников, конечно, самое страшное. Ощущение постоянно играть под давлением. До конца овертайма теряет шайбу Винцор. Есть возможность для контратаки у авангарда. Пережогин смещается в центр. Салак останавливает. Его вперед болельщики Сибири. Губин прокатывается за воротами. Находит партнера Копейкин. Развернуться ему нужно. Не дают. И Губин! 2-1! Олег Губин! Герой дня! Опять же, великолепный момент свой реализовали два нападающих. И вот на этот раз не стал бросать Губин. Сохранили шайбу в чужой зоне. Запутали защитников авангарда. В результате Олег Губин остался один на пятаке перед воротами Доминика Фурта. И провел шайбу. То, что не получилось у Пережогина, сделал Губин.